Извините. Говорящие головы. Да, говорящие головы, к сожалению. Но голова должна быть расположена нормально, а то когда она вот в эту часть смотрит туда... Нет, ну... голова, говорящие головы не приветствуют. Кино все-таки должно быть, понимаешь, оно должно быть интересно. А здесь получилось, ну, в общем-то, скучно. Скучно. Вроде бы, вот, Лазаря Исааковича заинтересовали женщины, но это не твое достижение, а этих женщин. Этих женщин я не заинтересовал. Поэтому он захотел вступить в группу. Если в этом фильме вырезать все интервью, оставить только женщин, то в каких-то мужских клубах он будет иметь бешеный успех. Так что с этой точки зрения ты молодец. Все, господа, на сегодня.